Привет, ребятки! Дядя Слава на связи. А продолжаем игру «Привет, сосед 2». Надеюсь, вы приготовили свои чаечки-кофеечки. Сейчас идет сезон мандаринов. Продолжить нажму. Сейчас идет сезон мандаринов, так что можете взять с собой тазик или пакет мандаринов и кушать, смотреть видосик, расслабиться, так сказать, откинуться в кресло, в компьютерный стул свой, там куда, на чем вы там сидите, и со мной поиграть «Привет, сосед». Последний раз мы на чем остановились? Мы прошли первый дом и попали в пекарню, насколько я помню. И с этого момента и продолжим. Мы там, по-моему, на втором этаже разбили окошко, и там был котик мяукал. Кстати, если у меня на заднем фоне будет мяукать кот, а он вот сейчас как раз и мяукает, не обращайте особо внимания. Я думаю, не сильно он мешает. Зовут его Макс. Кот по имени Макс. И он очень общительный. Тоже любит во всякие ролики влезать. Так, что-то игра долго грузится. О, привет, сосед. Ага. Вначале она что-то притормаживает у меня. Ой! Да-да-да, у меня каждый раз почему-то в начале игра немножко притормаживает. Потом немного она разгуляется и погнали. Так, надо вспомнить, что к чему, что у меня в сумке лежит. А в сумке у меня ничего особо не лежит. Предметы убирать на Q. Тоже подсмотрел. Внутрь заходить мы не будем, потому что нас никуда не пустят. Магазин мы полностью обошли. И поднимаемся наверх. Как я понял, тоже подсматривал. Первый дом был полицейского, мы его прошли. А теперь, да, пекарня. Ага. И стекло целое. Так. Кидаем. Извиняюсь, я ничего не делал. Нет, нет, меня нет. Не услышал, нет? Да, возьмем, наверное, да. Че, пропадать добро. Хотя нет, давай, вот пусть тут лежит. Я вот сейчас не понимаю, это мой кот там мяукает, или это все-таки ее? По-моему, это у нее в игре. Здравствуйте. Я тут на крыше у вас посижу, да, позагораю с ножницами. Ну ладно, я ножницы уберу, а вот... Не-не-не, да, это не я, я у вас просто на крыше сижу. Чё вы, идите, идите, я так, я даже к вам не залазю. Тут вон лом, монтировка валяется, это не моя. Я никого не видел. Так, по-моему, надо, чтобы не тормозило, сделать сначала средние, а потом текстуры. Давай сначала низкие сделаем. Во. Ой, как ужасно все. А теперь настройки, графика, текстуры высокие, да, во. Да. О, нормально, идем. Да чё ты? Она не зашла, нет? Нет. Ай, бежит, бежит, бежит. Заходим, прячемся. Это потому что я монтировку задел. Пышка ушастая, а попалась. О, она тоже по монтировке прошлась. Уходи давай. Так, шкафу я не могу, да, пользоваться ничем. Из прошлых частей я понял, что уже предметы могут вообще лежать даже там, где в принципе быть не должно. Поэтому не, ножницы мне не нужны, у меня ножницы есть.
можно, гирю брать нельзя. Бесконечное количество килограмм. Прикольно. Сначала найти, что куда можно применить, а потом это вот искать, потому что сейчас даже непонятно, что нам вообще нужно. Вот часы. Что-то нужно вставить. Стрелок не хватает. Понятно. Угу. Ручку для печки не хватает. Затопить. Туалет открыть нельзя. Полотенце нам не надо, нет. Кран не открывается. Воду мы пока открывать не будем. Здравствуйте. Что-то она прям подозрительная стала. Я вроде тихо хожу, никого не шумлю. В смысле? В смысле ты как меня нашла? Ну это вообще прям. То есть если мне говорили, что ИИ учится, это значит надо было... Теперь он будет во все шкафы заглядывать? Так, куда эта труба идет? Ну, я здесь пока ничего такого не вижу, конечно. Вот надо ключик. На полках я ключи не вижу пока. Картины знаем, что могут отодвигаться. Нам ее надо куда-то загнать, на второй этаж. Здравствуйте. Надеюсь, меня не спалят здесь. Ага, я понял. Когда ванну открываешь, там, по-моему, идет горячая вода, и мы сейчас разморозим этот лед. Кусочек льда, давай попробуем. Я прав? Ну... В смысле ты не хочешь? Здрасте. Да я искупаться хотел. У меня дома души нет. Я так понял, она обратно убрала, да, кусочек льда? Бежит ко мне, идет уже. Давай посмотрим, лед не остался там лежать. Остался. Но не размораживается.
Может, надо пробку найти какую-нибудь? Ну ладно. Идем вниз, может, печку положить. Картины не отодвигаются. Надо туда, наверное, в печку бросить. Ты стой пока, я тут пройду. О! Обжегся, да? Чем-то нужно взять. Прихватка нужна, прихватка. Я понял. Кота покормить надо. Ну вот, прихватка же, есть же, берут горячую. Так она меня сейчас услышит? Не? Не работает? Ладно. Странно, что она меня, конечно, не услышала, потому что огнетушитель работает громко. Все закрыто. Что там можно было взять? Ключики стащить? Стащил. Свистнули у нее ключик. Интересно, что он может открыть? По-моему, вот этого, да? Давай попробуем. Ты встань. Не? Не от него? Ладно. Здесь, по-моему, что-то еще было на ключик. Здесь вставить надо ручку. Здесь тоже ручка нужна. Так, а что же он открывает тогда? Здравствуйте, мы тут так проедем потихоньку. А у кота, по-моему, ничего нету здесь, да? Да, у кота. О! О! Рыбка для кота, шикарная. Это нам тоже надо будет, мы на печку попробуем. Во, мы печку потушим ей. Я понял, там вентиль был, чтобы за печку потушить газ, перекрыть подачу газа, так сказать. Держи рыбку, на. Все, у тебя можно взять тогда что-то. О, это я знаю к чему. Идем. Это я в прошлой части, я ролик пересматривал, я не заметил, что на кассе цифры можно поставить надо будет, поэтому ставим 1, 2, 3, ой, как много.
Что, нельзя в магазин, что ли, зайти уже? Я, может, покупатель. Вообще. Я, может, хотел купить у тебя круассан. Если так к клиентам будешь относиться, никогда выручки не будет никакой. Скажешь, зачем к тебе приходить, если ты на них злишься, там, кричишь? Для кого печешь тогда? Вот. Все, мы покрутили, получается. По идее, мы тебе должны были потушить огонь. Я угадал? Нет. Не угадал. А куда вентиль идет тогда? Так, 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 так. В смысле? Не-не-не-не! А? Не достало меня, да? А вот я спрятался. А, ключик нашел. А, не ключик, а этот. Бери. Но все равно она ж куда-то идет же, труба. А куда она идет? Ну ладно. Кстати, я двор-то не смотрел. Цифры же могут и здесь где-нибудь прятаться. Давайте проверим. Нет, ничего нету. Так, это цифра 5. Остался 6-7 еще найти. Меня здесь нет. Так, ну в этой комнате явно тоже пусто. Тихо. Все, ушла. Походу, да. Может, я и противогазом, огнетушителем думал потушить. Но она что-то особо не бегает. Подожди, подожди, подожди. Ай-яй-яй. Ну ладно, не страшно, не критично. Поймали и поймали. Что ж теперь? Огнетушитель забрала она меня. Ладно. Я все равно не знаю, для чего нужен. Но огнетушитель нужен, чтобы пожар тушить. Да ёб! О, блин. Уже бежит, 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 бежит ко мне. Я не захожу, да, улыбайся. Да, 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 да. Иди, наверное, у тебя там горят, пирожки уже горят. Там одну минуту пропустишь и все, а? Заберем его, чтобы не было.
Тут нету ключа, нету. Тут надо вообще все обыскивать, я так понял. Тут же может где угодно что лежать. Картина не отодвигается. Здесь ничего нету, здесь ничего нет. Тут тоже ничего нету. Мне почему-то кажется, что вот в этих... Идет, слышу. Пока она на втором этаже, побежали. Ничего нельзя здесь взять, быстренько проверяем. Духовка не открывается, посуда не открывается. Шкаф верхний тоже не открывается. О, чайник можно взять. Чайника можно полить. Да. Чайник, нет, чайник она мне забрала. Забираем чайник. Огнетушитель. Ой, блин. Ой, что-то я закашлялся. Так, а здесь нету цифрок. Нету. Будем делать осторожно. Если что, бежим на второй этаж тогда сразу. Бежим. Ай-яй-яй. Я не туда побежал, я забыл. О, картина висит. Может, она отодвигается? Нет. Так, надо вспомнить, а куда бежать-то в случае, если надо? Давай на улицу побежим тогда, просто на улицу. Вот бежи на улицу, вот она нас нашла. Все. Это у нас останется теперь. Нет, чайник, вода. В чайнике же вода. Можно что-то полить, может цветы какие-нибудь полить. Или ванной наполнить чайник. Может быть пустой, поэтому нельзя полить. Нет. Идет уже она. Да это где труба? На крышу же можно залезть, недаром стул здесь поставлен. Может быть реально со стула на второй этаж, но на крышу. Он же как-то подтягивается же. Нет, не прыгай, ай-яй-яй-яй-яй. А это что такое?
гиря, газеты. А, это типа турник, что ли, подтягиваться? Это она по утрам, наверное, да, выходит такая, гирьку тягает, подтягивается. Так, ну сюда мы не пойдем, нет, здесь нам не выгодно. Мне кажется, на крышу можно залезть. Он же подтягивался. Ого, вот. Я же говорю. Только что мне это дало. Давай, давай, лезь. Еще выше. Может, там ключик лежит. Что я очень сомневаюсь, в принципе. Ну и ладно. Для чего нужен чайник? Что-то налить, что-то наполнить. Ножницы у меня есть. Под ночником тут... Под ночником ничего нет. Здесь стоит тоже ничего нет. Мы здесь только вентиль поставили. Покрутили, но ничего не дало нам. Вот что там мне... Ага, он вырос. Да ладно, извини, извини, извини. И, конечно, чайник у меня отобрали, да? Ну да, 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 да. Ну, снова его заберем. Скажет, наглый парень, ходит, забирает у меня все. До свидания. Я не думаю, что он за нами побежит. Так, здесь мы были. Здесь мы лед взяли, нам надо огонь потушить. Нам ее прогнать. Я даже без понятия, как ее прогнать реально. Я так понимаю, что нужно что-то там наверху. Ну вот, я потопал, иди туда. А я по Бырику к тебе сюда сбегаю. Чайник, чайник, беги. Да хуй, нет! Чайник. Что-то нужно положить. Что, и чайник взять нельзя теперь?
О! Чайник засвистел. Так, сейчас попробуем еще по-другому теперь. Она ушла? У тебя чайник горит. Надо огнетушителем на полку можно спрыгнуть, кстати. Но мне это ничего не даст. Она идет. Все, бежим. Ну вот, я взял. Все, давай, давай. Оп, все, взял ключ. Так, а чайник горячий, да? Ну, чайник-то горячий, по идее. Но мне больше не нужен. Сейчас, на данный момент. Так, она ушла? Ушла. Берем ключ. Что там прячешь? Цифра 6. Осталось только семерку найти. Ну, у нас, по-моему, мы все обошли, облазили. Да ладно. Окно открыть нельзя? Нельзя. Бежим, 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 бежим. Нет у меня здесь. Нет, нет, нет. Прячься в шкафу. Все, спрятались. Да, 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 да. Не, ну по идее, где еще может быть лежать? А там что такое? Я еще не понял, для чего чайник нужен. Может, он где-то здесь лежит. И далеко ходить не надо, сразу раз, и все, взял. Да давай залази. Может, в ведре в каком-нибудь? Нет, ведра пустые. На крыше не было. Ай-яй-яй-яй! Ты смотри какая, а!
даже здесь нету. Варежка, прихват, шкафчики не открываются. Холодильник мы открыли. Дверь открылась от сквозняка, не надо на меня думать. Для чего здесь окно открывается? Ага, вот для чего. Кстати, а вот тут мы не смотрели под зонтиками. Нету. Нету. Он же, по идее, реально может быть где угодно. Может, он у меня вообще во дворе где-нибудь лежит, вот здесь. Да не, вряд ли. Не верю. А почтового ящика у нее нет случайно? Ну, два вместе вряд ли будут лежать рядом с котом. Да. Не, мне все равно кажется, что на крыше. Ну а где еще? Идеальное место спрятать на крыше, вон на самом верху. Но туда нельзя добраться, это прям по-любому. Вот сюда даже не залазит. Поэтому да, вряд ли. Здесь мы взяли ключ. Игрушка, лампа, картина. Может, она спит с ней? С кнопкой с этой вот здесь. Ну нет. А, часы мы еще не открыли, да. Часы еще мы не открыли. Надо найти стрелки. Вспомнил. Ну, стрелки, они очень маленькие. Как найдешь-то? Давай, уходи, уходи. Меня раз... Ой. Ну да.
может, ломиком их? А, нет? Да нет, вот что-то вставляется по-любому. Надо две стрелки на 12. И тогда вылетит кукушка. Это мне надо найти вот такую же стрелку, только маленькую. Нашел, я понял. Да, иди, я уже понял, там в ковре заплатка. Я уже все понял, иди вниз, готовь пирожки. Мы сейчас с тобой заплатку срежем. По-любому там лежит стрелка, недаром рядом ножницы режали. Мы сейчас стрелку найдем. Но это гораздо легче, чем дом полицейского. Да, иди. Да ты что, глазастая-то такая, а? Да прыгай давай ты. Да, я же тебя ножницами кину в тебя. Ты смотри, прям подозрительно, не дает. Ты смотри, а? Все, ушла. Да ладно тебе! Ладно, лови. Да. Давайте на первом этаже отвлечем. Где чайник? Мы сейчас чайник тебе поставим. А ты смотри на него, что он закипел вот. Бегай, давай. Бегом. Все, сиди. Ну это прям слишком они прям подозрительные. Вот заплатка, мы с тобой увидели, вот, раз, а тут стрелка часов, да, мы эту стрелку сейчас вставим. Ну, 12 часов обычно. Ну, не говори, что ты сюда идешь. Вот за этими часами по-любому там весь кнопка вылезет, и мы, получается, все нашли. Да. А вот время 10:35. Может быть, надо 10:35 поставить? Давай попробуем. 10:35. О! Вот и все. Идем. Ну, это проще. Это прям просто было. Первая часть. Первый дом сложнее. Там были потайные. Все. Кот какой.
А я код не помню. Код, помнишь? Бежим. Ну, я не думаю, что код будет одинаковый. 10:35. Так, ищем цифры, что-то такое. Вот, ну это 10:35. Так. Ну вот это вот уже сложнее, потому что я код нигде не видел, чтобы он нигде не попадался. Я вот только часы мог увидеть, 10:35, больше нигде ничего не видел. А она теперь там стоит, смотри. Здесь нигде цифр нет. На холодильнике ничего нету, в холодильнике. Никаких цифр. А уже ночь настала, мы можем пойти спать, получается. Она теперь, смотри, моет. К закрытию готовит. А вон, 15:76 цена. Так, нам надо пошуметь, наверное, чтобы она пришла на второй этаж. 15:76, сейчас проверим. Эй! Я тут. Да-да-да, иди за мной на второй этаж. Давай, поднимайся. А я быстренько 15:76 наберу. Оп, все. Ну, это да, это легче. А, и все. А ключ от чего? Я что-то даже и без понятия, а что можно этим ключом? Закрыть тебя здесь? Давайте подумаем, для чего ключ так нужен. Ключ, как будто ну, ворона перо или что-то такое. Ну, давайте пойдем домой, поспим. Потому что у нее больше никаких сейфов даже не было. Чтобы где-то что-то открыть. Идем спать. Может, это ключ от следующего дома. Сейчас узнаем. Нет, спать не надо. Здесь у нас
ладно, значит идем обратно. Значит, где-то что-то у нее можно открыть. Ты что, провалился, что ли? Да, вот. Бежим, бежим, бежим. А вот соседний дом от нее. Кстати, вот мусорка. Может, мусорку можно открыть? Нет, мусорка не открывается никак. Дом тоже от соседней. Не открывается. От чего ключ тогда? Подвала у нее вроде нету. Здравствуйте. Но здесь нету ничего, что можно было бы открыть. Идем наверх. В первом доме мы открывали подвал, там прям было видно, а у нее-то что можно открыть? Никаких здесь ни сейфов, ничего нет. Дом как дом, здесь открыто все. Здесь тоже ничего нет. Бежим, бежим, бежим. Ну на крышу же нельзя было. Или они теперь, может быть, на крышу теперь можно? Давай попробуем. С бубликом, по-моему, тоже ничего нельзя сделать с вывеской. Ну да. Нельзя. Может, просто дом открылся еще один? Я не буду же блуждать по карте, искать, какой же дом открылся. Это, скорее всего, у нее что-то можно открыть ключом. У нее все закрыто. Ну, я даже и не знаю. Кстати, еще кто-то говорил,
что птицы подсказывают, куда надо идти. А-а-а, мы же потом да, в музей ходили. Может быть, да, в музей надо сразу идти. Давай попробуем. Мы же после первого дома пошли в музей. Лопату взяли. И все. Не понял. А там что, кто-то есть? Ну ладно. Давай попробуем. Он не от этого. Да ладно. Здравствуйте. Я посмотреть, я хотел в музей сходить. Думал, может быть, тут выставка какая-нибудь, а вы меня сразу... Надо будет все двери открыть, чтобы с этой стороны можно было заходить. Что, лопатой драться? А что мы лопату не можем пользоваться? А как и зачем я ее взял? А зачем мне ножницы? Что я ножницами должен делать? Это что такое? Домик. А для чего мне домик? Сейчас посмотрим. Угу, угу. Да нет никого. Я так понял, старый заброшенный музей. Вот еще домик. И сейчас мы кинем. Не, мы кинем лом. И это не я, меня нету. Меня нету, все. И у меня два дома. Что мне с этим делать? А, все, я понял. Я понял, все, сейчас будем доставать. Еще один домик, здрасте. Открывай! Все, давай, бегом, бегом, бегом. Не догнал. Че ты смотришь? Я все... Здрасте. А можно я сюда пройду, да? Можно, можно, можно. Ни хрена себе, там ребенок плачет. У меня пока... Опа.
Куда мы лезем? Я даже не понимаю, куда мы идем. Там ребенок плачет. Значит, все, мы на верном пути. Подожди, пацан, подожди. Сейчас мы залезем на крышу. Не знаю для чего, просто лестница куда-то ведет. Если лестница ведет, значит надо лезть. Дымоход. Я что, как сейчас, как Дед Мороз, как Санта-Клаус буду в трубу залазить? А тут выхода, входа нету. Оп. Вообще убиться здесь можно в этой игре вот так вот упасть? Ага, надо вторую антенну сюда повернуть, и я смогу включить тогда что-то. Понял, понял. Опа. Ага. Это мы в самом начале опять оказались. Здравствуйте. Чё, ты не можешь зайти? А я вот могу, представляешь? Надо было дверь открыть. Получается, в этом городе все какие-то соучастники, что ли? Я потому что пока ничего не понимаю. Похитили парня, пацана. Мы его ищем, мы пресса, я так понимаю. Потому что у нас написано вот здесь, как раз можно себя, тут написано пресса. Журналист, мы расследуем это дело. Да, угу, угу. Значит, похитили ребенка, мы пытаемся найти кто. В первом доме был полицейский. Да ладно тебе. Так, он меня ничего не забрал, нет? Дома же на месте? На месте. Можно я пройду, а? Спасибо. Да я по-быстрому, только туда и обратно. Бежим, 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 бежим. Так, а где-то вход еще был. Опа. Ага. Ну-ка, как. Что за машинка? Кабриолет. На нем. Ай-яй-яй-яй, микрофон уронил. Уронил микрофон, так. Ключи нужны, да, чтобы ехать?
Давай сначала ворота откроем. Если я их открою, по-любому, значит, надо... Может, автоматом они открываются как-то? Так, идем дальше тогда. Зайдем с другой стороны. Дом-то весь хрустит, разваливается. Опа. Еще одно место потайное. А, нет, это просто подойти сюда, как... Я понял. Все, иди, мы ищем. Надо найти еще домик один. Шестеренки надо найти. Я понял. Здесь мы не пройдем. Но это надо по-любому на второй этаж подниматься. Потому что я даже без понятия. Закрыто, заперто. Подожди, пацан, все, я уже понял, что ты заперт. Мы тебя потом найдем скоро. Что это такой рисунок? Он наверх. По-любому надо будет голову, наверное, тянуть. Так. Все закрыто, ты смотри. А это что такое? Нельзя взять? Ну ладно. Слушай, на втором этаже вообще ничего нельзя взять, так понимаю. Я что-то все обошел, а взять нечего. А где дом тогда? А все, 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 ты меня не найдешь, да, да, да. Да, 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 ищи, 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 я вот здесь пройду. А я тут зайду тогда. Да-да-да-да-да. Смотри, он не дает мне выйти прям. Так, а где мне еще один дом найти тогда? Уже темно.
Здесь дома нигде нет. Вот раз, два, еще один надо. А вот один, да. Нет, неправильно. Тогда мы поставим его вот сюда, а этот туда. Ключ. Ключ — это хорошо. Но он сюда не зайдет, здесь дверь заколочена. Ага. Мне нужно найти люстру. Причем, наверное, такого же цвета, синего. Да-да-да, извини. Но мне нужна люстра. Мне кажется, она где-то вон там. Я увижу его, нет, пацана, это. Вот, а я думал, это люстра, ну ладно. Мы эту дверь не можем же открыть, да, поэтому мы там не зайдем. Здесь люстры нету, нету. Плафон это нигде не лежит. Здорово. Я, по-моему, не встречал нигде. Синий плафон я нигде не встречал. Красный есть. Здесь, по-моему, нигде нет. Ты, блин. Он ушел? Он ушел. Так, нет, ничего. Так. А, нам нужна отвертка. Во, отвертка. Гаечный ключ. А там, наверное, был гаечный ключ. Ножницы. Ого-ого, нету ножниц, там ножницы.
Понятно. Это нельзя разбить. Я думал, может быть, среди куклы будет гаечный ключ. Нет. Значит, будем искать гаечный ключ. Это... Ворота не открываются. Так. А это что такое лежит? Плафон. Шикарно. А это что у нас? Это люстру можно срезать? Нет. Ага. Так. Я уже начал, как они хыкать. Они говорят, хм, а я... Ага. Вот здесь мы еще не были, так. Здесь гаечный ключ нужен. Вот обычный ключ мы нашли. А чего он еще непонятно. Что, на этом здесь все, что ли? Один ключ и хватит? Да ты меня не достанешь. Иди, иди, я высоко. Уходи давай. Еще дверь закрыл, ты смотри, а. Я надеюсь, он ушел. Потому что мне идти больше некуда. Так, сейчас будем проверять, откуда ключик. Может, отсюда? А, здесь гаечный этот нужен будет, понятно. Нет, замок не от этого. Может, отсюда? Отсюда. А где пацан? Он же здесь где-то плакал. Слушай, а где здесь прятаться? Я сейчас разобью стекло, а он же сейчас ко мне сюда придет.
Он уже идет сюда. Да, вот он стоит здесь, а мне прятаться негде. И гири нет, чтобы поставить вот сюда, что-нибудь тяжелое. Так, здесь ничего нельзя взять? Нет. Ну ладно, погнали. Сорян. Ну это сейчас мужик, которого мы видели. Вот у него ребенок. Help me. Тоже help me написано. Ничего не понятно, но очень интересно. Так, это мы сейчас, получается, проснулись, да, опять? И опять новый дом надо будет исследовать. Ну да. Теперь мы к садовнику должны пойти. Или охотник, кто это? У него ружье. Ну ладно. Тогда давайте на этом тогда мы все. Закончим эту серию. А в следующей серии будет третий дом тогда. А с вами был Дядя Слава, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы уведомления приходили о новых видео. До скорого и пока!